Давайте разберем такую любопытную задачку, на вид предельно простая. Представим себе, что на гладком столе имеется два шарика, но разных масс. М и М пополам, соединенных пружинкой. Ну, а вот этот шарик упирается, вот и все вначале неподвижно, в некую стенку, которая может двигаться. Итак, два тела с массами М 200 грамм, М пополам 100 грамм, соединенные пружиной, находятся в состоянии покоя. Пружина не деформирована. Второе тело вплотную прижато к стенке. И перпендикулярно, эта стенка перпендикулярна этой пружине. Стенку приводят в движение со скоростью V 12 сантиметров в секунду. Вот, прикиньте, V потихонечку, 12 сантиметров в секунду. Начинает двигаться. Эта скорость направлена по оси системы этой двух этих, ну, в общем, по оси этой пружины. Определить скорость центра масс этой системы и максимальную энергию деформации пружины после того, как тела оторвутся от стенки. Ну, понятно, что будет происходить. Вот смотрите. Стенка начинает двигаться, пружина начинает сжиматься. Но это движется с постоянной скоростью. Наконец, все это доходит до вот этой массы. Эта масса тоже начинает двигаться. И неизбежно вот это М пополам оторвется от этой стенки. Вот только нужно разобраться. Чисто качественно, может быть, мысленно, может быть, даже опыт провести, жаждущим понять, что тут происходит. Вот. Еще раз повторяю, что нужно найти. Определить скорость центра масс этой системы, ВС, а также энергию деформации пружины, ну, назову ее П, потенциальная энергия деформации пружины. Это энергия деформации пружины. Ну, после того, как эта система оторвется от стенки. Ну, вот давайте рассуждать здесь. Вот надо понять такую вещь, что в момент отрыва вот этой системы от стенки пружина это не деформировано, но скорости этих шариков будут разные в момент отрыва. Значит, чтобы это понять, лучше всего, наверное, перейти в систему отсчета стенки, для того, чтобы понять, что же тут происходит. Я могу сказать так, что вот в момент отрыва скорость этой это вот начальная скорость массы М пополам равна нулю, а вот скорость в системе центра масс, конечно, в системе центра не масса, центра в системе этой стенки, а скорость этой будет относительно равна V. Таким образом, я могу даже это записать. Значит, скорость М пополам. Вот относительно стенки в системе отсчета стенки равна нулю. Скорость М будет равна, словами пишу, чтобы вот было понятно. Будет равна
минус v. Теперь, если перейти в систему отсчета уже лабораторную, то есть в системе отсчета Земли, относительно Земли, значит, m будет иметь скорость 2v, а m пополам будет иметь скорость v, равную скорости, когда мы перейдем уже обратно в систему Земли, то окажется, что скорость этого шарика относительно Земли будет равна v. А этого 2v. Ну, вот после этих соображений можно нарисовать такую картинку. Значит, это шарик m, у него скорость 2v. Это пружина, невесомая, конечно. Этот шарик m пополам, и его скорость равна v. Ну, все это будет влево. Отсюда скорость центра масс легко вычисляется. m на 2v плюс m пополам на v на сумму масс m плюс m пополам. Ну, как и положено при расчете скорости центра масс. Здесь получается 5 третьих v, или же 20 сантиметров в секунду. Это скорость центра масс. Ну, значит, кинетическая энергия вот в системе центра масс, она k относительная, относительно центра масс. Она будет равна, естественно, потенциальной энергии, максимальной сжатия этой пружины, ну, то есть по всем правилам, законам сохранения энергии, значит, относительная. Ее нужно подсчитать. Ну, давайте подсчитаем. V1c, скорость первого тела, относительно, ну, я имею в виду, вот первый шарик, это вот этот, 1, это второй. V1c, это есть 2v, минус vc будет равно v на 3. v2c, естественно, будет v минус vc. Это будет минус 2 третьих v, уже с другим знаком. И поэтому k относительная, относительная кинетическая энергия относительного движения, ну, как и положено, m v1c в квадрате пополам плюс m пополам v2c в квадрате пополам. Ну и после подстановки, ну, тут вот получится так. M пополам, а здесь будет v на 3 в квадрате плюс 1 вторая 2v на 3 в квадрате. Все это надо сложить. И получается mv в квадрате на 6. После подсчета будет 4,8 на 10 минус 4 джоуля. Вот чему равна кинетическая энергия относительного движения, а значит и максимальная энергия вот этой сжатой пружины при этом движении. То есть как будет двигаться дальше система? Центр масс этой системы будет двигаться с постоянной скоростью, как ему и положено двигаться. Относительно этой скорости, относительно этого центра масс будут вот такие вот колебания. В частности, ну небольшие, в частности кинетическая энергия, ну, относительно движения, вот которая в этой системе отсчета центра масс, ее надо приравнять вот этой максимальной потенциальной энергии. Все понятно, и получается вот такое число. Ну, вот вам такой еще пример.